Приветствую, друзья. Я хочу этим посланием своим поблагодарить известного дагестанского художника Ибрагим Халила Супьянова, потому что мне только сегодня пришло. Это такое осознание, это такой праздник. Я хочу его поблагодарить через много лет, через расстояние, передать ему мое рукопожатие. Потому что тогда, когда я был совсем молодой, и когда я сделал первую свою выставку в Дагестане, когда этот известный художник вдруг сказал, мы, наверное, забыли это чувство. Мы, наверное, забыли это чувство, глядя на эти картины. Я был совсем такой наивный художник, такой молодой, совсем неопытный. Но меня друзья окружали, которые вдохновляли на это творчество. Августович Юра, потом в Москве Рахман Шихалиев, Хаджимурат Алиханов, сейчас почетный академик Академии искусств. Ну, короче говоря, Ибрагим Халил. Ты тогда сказал такие слова, которые до меня только сейчас, как до Ширафа, дошли. Я просто брился, умывался. И вот когда вот теплая вода, бреешься, и вдруг открывается состояние, как цветок, когда раскрывается вдруг понимание чего-то, вдруг я понял, слушай, какие великие слова ты тогда сказал. Ты сказал, мы, наверное, художники, давно забыли это чувство, что, глядя на эти картины, чувствуется, что человек сидел и рисовал, как на самом высоком почетном месте, как художник. Ты сказал тогда эти слова, и вдруг я понял, какой высокий смысл в этих словах, что сидел на самом высоком почетном месте. Вот это же так важно. Я это понял вдруг, осознал, потому что на самом деле я себе позволял думать. Самоочевидно для меня всегда с детства было. Раз во мне какие-то мысли текут, значит, я имею право на это думать. Ведь не я их придумал, эти мысли, а это природа сама во мне течет. Поэтому через годы расстояния сейчас я передаю тебе мои слова благодарности. И то рукопожатие ты тогда сказал, хочется сказать или добрыми словами какими-то, или рукопожатием ли поблагодарить, потому что у нас годы будут радовать эти картины. Я тебе своим рукопожатием благодарю. Я только сегодня понял, через столько лет, какой смысл был в этих словах. И для меня это большой праздник. И я понял еще, как трудно доходят до людей простые очевидные истины. Спасибо тебе, Ибрагим Халил Супьянов. Рукопожатие мое тебе, твое рукопожатие я тебе возвращаю. Спасибо.